В выборе профессии не сомневалась и нашла в ней призвание. Процедурная медсестра Алевтина Петрушова работает уже полвека в Урнарской районной больнице. В детстве Алевтина, как и многие дети, часто болела простудными заболеваниями. Ее маме приходилось вызывать на дом фельдшера из соседней деревни. Та приходила в любую погоду. Назначенное лечение быстро поднимало девочку на ноги. Еще тогда Алевтина удивлялась искусству врачевать и твердо для себя решила, она тоже будет помогать людям. Я в 68-м году поехала учиться в Канашном медицинское училище. И закончила фельдшерское отделение, закончила в 71-м году. И работаю в деревне, работала в фельдшерском пункте 2 года. С 73-го года здесь хирургия начала работать. Дома не хочется сидеть, продолжая работать. На пенсии вышла, все равно хочется работать, чтобы лечить больных, чтобы им хорошо было. Мне очень нравится своя работа. Я люблю свою работу. От души поздравляю от нашего коллектива. Спасибо. Поздравления от коллег, а потом обычный рабочий день. Ведь у болезни не бывает праздников и выходных. Ее называют главной помощницей докторов. И уже не представляют, как без нее может существовать хирургическое отделение. Когда я начала работать старшей медицинской сестрой, она мне постоянно подсказывала, показывала, учила. На нее смотришь, хочется работать. Она такая, по ней не скажешь, что ей 70 лет. Она такая быстрая, шустрая, добрая. Доброта, тепло и милосердие. Пациенты чутко на это реагируют. У Алевтины Васильевны, конечно, это руки, они у нее золотые. Даже не чувствуешь, когда она капельницу ставит. Очень даже приятно нам самим тоже. Я каждый год лежу 2 раза, положено, да, хирургическое отделение. Сегодня поступила я сюда, положили. Ну, здесь все сестры, санитарки, врачи, все хорошие они. Вот Алевтина Васильевна, она быстро найдет систему, когда поставит. Она продолжала работать и в условиях пандемии. Сама переболела ковидом. Но уходить с работы не собирается. Ее опыт очень востребован. Она сделала профессию важной частью своей жизни. Екатерина Шеверова, Александр Атяков, Республика.